З самого ранку у кватеру Леоніда Григоровича Гейштера йдуть гості. Юбіляр приймає віншування. Заслуженому майстру спорту, уладальнику ордена «Знак пошани», чемпіону СССР, Європи і світу Леоніду Григоровичу Гейштеру сповнилося 80 годов. У гэты значний для юбіляра день повіншувати накіровалися шматлікі гості – сябри, колеги по спортивному цеху, керівництво города і в області. Уважаемый, дорогой наш человек, позвольте мне от имени Гомельского городского исполнительного комитета, лично от Петра Алексеевича, от Гомельского городского совета депутатов поздравить вас с вашим замечательным, славным юбилеем. Прежде всего, конечно, и безусловно, это здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Долголетие вам. Вашей этой жизненной энергии, напора, трудолюбия, жизненное счастье, удачи вам, благосостояния. И вам, и вашим родным, близким. Всего самого хорошего, что в жизни можно пожелать замечательному человеку. Поверьте, искренне от души я желаю. 80 лет – это шикарный юбилей. Это юбилей, который, в принципе, может стать хорошим началом новых достижений. Вы человек, который оставили и оставляете после себя очень много важных моментов по развитию спорта. Только 5 ваших книг чего стоят, которые сегодня можно смело считать хорошим пособием для начинающих спортсменов. Как олимпионик делал свои первые шаги здесь, в городе Гомель. Первый олимпийский чемпион Беларуси живет в нашем городе, и мы этим гордимся. Поэтому от всей спортивной общественности, от управления спорта и туризма, от всех гребцов я поздравляю вас с вашим юбилеем. Сёння яго графік распісаны літаральна па хвілінах на некалькі месяцаў наперад. А сам Леонід Григорович кожную свабодную хвіліну прысвячае спорту. Не па гадах жвавы, падымае пудовую гіру, а калі зноў садзіцца ў човен, то ён ідзе так, што пазайздросціць 20-гадовыя. Сваім сакрэтам майстр падзяліўся і з нашай здымачнай групай. Каму не дано Богам, сам не возьмеш. И вот даже который Бог дает, но если ты, он тебе дал, и ты не работаешь достойчиво в спорте физически, не тренируешься как положено, через силу, то он, этот талант, который он дает, ты его не проявишь. Зараз олімпійскі чэмпіён трэніруе будучых зорак спорту ў прафсаюзнай дзіцячай спартыўнай школе. Ён імкнецца перадаць увесь тэарэтычны багаж і практычны вопыт маладым спартсменам. А яшчэ піша кнігі і захоўвае актыўную жыццёвую пазіцыю. Ён заўсёды жаданы госць на шматлікіх мерапрыемствах, не толькі спартыўных. Наперадзе ў Леоніда Григоровича мноства планаў, якія абавязкова трэба рэалізаваць. Александр Лупіненка, Яўген Макеенка, Тэлерадыёкампанія, Гомель.